В декабре 2015 года я задумалась о том, какой же я буду бабушкой в свои 80 лет. Непременно очень красивой, очень счастливой, а на мою вечеринку в честь моего дня рождения я приглашу моих друзей и моих партнеров по бизнесу со всего мира. Меня поздравят также мои самые близкие и родные люди. А каким же я буду человеком? Наверняка я буду хорошей дочерью в глазах моей мамы, хорошей женой в глазах моего мужа, хорошей матерью в глазах моих детей, хорошим другом для людей со всего мира, потому что я верю, что я несу благо моей стране и людям. Я очень рада, что могу описать свой опыт счастливой жизни. Я увлечена жизнью. Я могу сказать, что моя жизнь наполнена радостью. Люди постоянно интересуются, какая сила меня вдохновляет. Я на самом деле думаю, что силы дает мне мечта. А вот и ключи к моей мечте. Начиная с 2003 года, я начала вести альбом мечты. И начиная с этого момента, моя жизнь очень сильно изменилась. В моем альбоме мечты запечатлен процесс моего личного роста за все 16 лет. Когда я присоединилась к команде Тинши, мне было 36 лет. В то время я выглядела, да и чувствовала себя на 50 лет. Посмотрите на эти фотографии. А сейчас мне уже 52 года, но я ощущаю себя на все 18 лет. За время личного роста мы, я и моя команда, прошли несколько этапов. На начальном этапе, вы знаете, мы были похожи на колхозников с полей, все в подвернутых штанах. Но сейчас мы уже стали выдающимися лидерами рынка. На сегодняшний день я занимаюсь полезным общественным делом. Я занимаюсь продажей БАДов. БАДы поддерживают наше здоровье, а душевные силы поддерживают мечты. Когда у человека есть мечта, у него есть неиссякаемый источник душевных сил. За 16 лет я выработала полезную привычку. На постоянной основе веду дневник успеха. Каждый раз, когда я его заполняю, я проверяю себя по 8 основным критериям. Ответственность, скорость, умение держать слово и доводить начатое до конца, внимательность, оптимизм, любовь и способность к самопожертвованию, а также умение действовать без отговорок. Выполнение каждого критерия приравнивается к 10 баллам, а при невыполнении – 0 баллов. За 16 лет я только однажды не выполнила все критерии. Я уверена, что успех – это просто. Если успех не войдет в привычку, то тогда в привычку войдет поражение. Быть успешным – это решение. Когда вы решитесь быть успешным, то весь мир будет готов вам помочь и поддержать вас.